Приглашаем в Уральский центр народного искусства. Здесь проходил первый всероссийский конкурс народно-песенного искусства имени Евгения Павловича Радыгина. К участию в конкурсе приглашались певцы возрастом от 7 до 35 лет, и их приветствовали хозяева зала. Конкурс Евгения Павловича Радыгина носит имя знаменитого автора знаменитых, ставших поистине народными песен. «Белым снегом едут новоселы», «Куда бежишь, тропинка милая», «Свердловский вальс», «Уральская рябинушка». Впервые они были исполнены артистами Уральского государственного академического русского народного хора. Уральский центр народного искусства, где проходит конкурс, это базовая площадка уральского хора, с которым Радыгина и его песни многое связывает. А Радыгин, как видите, и сейчас, в почтенном возрасте ветерана Великой Отечественной войны, начинавшего свои первые концерты на госпитальной койке перед ранеными, и сейчас готов приветствовать тех, кто взялся посвятить себя народной песне и пришел слушать эту песню. Радыгин остался бойцом, и это колоссальный пример всем нам. Имена конкурсам, как этот конкурс имени Радыгина, дают не случайно. Какой огромный праздник, праздник и вчера, и сегодня, и позавчера, что этот конкурс имени изумительного композитора Евгения Павловича Радыгина. Вот мы говорим, что самое главное, Евгений Павлович, что ваши песни стали народными. Наверное, нет большего счастья для композитора, когда народ поет песни, иногда не зная авторов песни. Вот многие песни Евгения Павловича, они вот такие, и «Уральская рябинушка», и «Белым снегом», и «Куда бежишь, тропинка милая». Наверное, ни одно застолье в те поры, сейчас мало, конечно, поют, не обходилось без ваших песен. Спасибо вам огромное, храни вас Господь. И вот, наверное, благодаря в какой-то степени Евгению Павловичу вот мы здесь собрались на первый всероссийский конкурс. Конечно, огромное спасибо организаторам этого конкурса и Марине Михайловне, и ее помощникам, тут команда должна быть. И конкурс прошел совершенно вот так радостно, так тепло. И, наверное, всех нас объединяет любовь к нашей матушке России. Вот сегодня на мастер-классе я как раз об этом говорила. И пока поют дети, а у нас были дети с 7 лет, значит, жива Россия. И вот такие чудные слова о песне русской. «Милая Родина, я твой росток, малая родинка, родничок. Думаю, думушку, спать не могу, как ей, голубушке, помогу, как от бесчестной потравы сберечь русские песни и русскую речь». Идея принадлежит нашему руководителю Уральского центра народного искусства Марине Михайловне Боровковой, художественному руководителю Николаю Зайцеву, который, обобщив опыт, традиции, которые были заложены уральским хором и его основателем Львом Львовичем Христиансеном, Владимиром Горячих и Евгением Павловичем Радыгиным, чтобы они жили, продолжали то дело, которое было начато великими учителями, и сохранить вот эти традиции именно уральского пения.
мой взгляд, если ребенок занимается народной песней, в которой заложена душа народа, наверное, он раскрывает в себе не только эмоциональный фон, наверное, он раскрывает в себе вот эти духовные качества, которые пригодятся ему в дальнейшей жизни. Дети, которые занимаются народной песней, познают свою культуру, прикасаются к тем корням на генетическом уровне, понятным, доступным. Ведь народная песня, самое главное, это ее охватность, это ее демократизм, это ее доступность, это ее понятность, простота, в конце концов. Вот, то есть все это, и оно, народная песня, она связывала человека, как говорится, от рождения до могилы, так же, как колокольный звон, также народная песня. Она была и бытовой, и лирической, и плясовой. Она сопровождала человека на протяжении всей жизни в его разные, как бы, в разных ситуациях, поддерживая, так скажем. Мне кажется, что ребенок, который познает русскую песню, он обогащается и насыщается вот этими соками, жизненными соками, которые, наверное, будут сопровождать его. Судьбу певцов на этом конкурсе решало высокопрофессиональное жюри. Профессор Академии имени Гнесиных Владимир Андреевич Царьгородцев, художественный руководитель Народного хора пения Академии Гнесиных, руководитель Центра русского фольклора Дома русского народного творчества имени Поленова Дмитрий Викторович Морозов, Елена Андреевна Сапогова, профессор Саратовской государственной консерватории, Лира Ивановна Шутова, профессор Челябинского государственного института культуры и искусства, солистка Уральского хора, народная артистка России Светлана Александровна Комаричева. Может быть, потому что это первый конкурс, посвященный как бы нашему земляку знаменитому, дай ему Бог здоровья, Евгению Павловичу Радыгину. И еще потому, что в Москве в это же время тоже проходят конкурсы, поэтому не приехало столько, сколько мы ждали гостей. Вот. Ну, из того, кто приехал, в принципе, впечатления остаются нормальные, хорошие. Есть очень хорошие голоса у солистов, ансамбли хорошие и хоры, костюмы хорошие у ребят. Все очень организованно, показались хорошо. И коллективы, музучилище, например, потом из Ревды хорошо. Вчера работали, но они, правда, профессионалы из Перми.
уровень хороший. В любом случае, коллективы все понравились, солисты понравились. У нас нет ни одного участника, только дипломанты, лауреаты третьей, второй, первой степени. И выявлена даже одна девочка, которая казалась каким-то уникальным самородком. И все члены жюри поставили 100 баллов, она была удостоена гран-при. Обладатель гран-при конкурса Анастасия Путилова, которая исполнит плясовую песню в Ополе Орешина. Концертмейстер Елена Рот. По мнению жюри, наибольший отклик был именно от номинации «Г». Они сказали о том, что очень высокий уровень и достаточно ровный уровень уральской школы народного пения. И особенно отличается Свердловское музыкальное училище, которое кует, которое является кузницей и народной манеры, и голосов, которые, безусловно, поступают в средние и высшие учебные заведения и вот поставляют такие кадры в профессиональные коллективы. Призер конкурса – фольклорный ансамбль «Завидочка» Свердловского музыкального училища имени Чайковского, который исполнит «Чуваевские страдания» Оренбургской области.
конкурсе принимают участие около 40 солистов ансамблей и хоров. Это порядка 500 человек. В рамках конкурса у нас проводятся мастер-классы членов жюри для руководителей хоровых коллективов. И вот сегодня на мастер-классах присутствовало порядка 150 человек из Свердловской области. Это и руководители народных коллективов, которые принимали участие в данном конкурсе, и руководители любительских народных хоров, которые приехали к нам из разных городов, в том числе и Артемовский, и Алапаевск, и Асбест, и Верхняя Пышма, и Ревда, Новоуральск, ну и другие города. Песенного состязания такого характера и масштаба сегодня в России нет. Что хорошо, что все-таки для них это хорошо. Для них это какая-то ступенька еще в развитии, да? Потом будет вот круглый стол, мы расскажем, какие недостатки, как, что хорошо. Поэтому для руководителей будет, конечно, какая-то подсказка к действию. Учат ребят, но, понимаете, одно дело, когда на репетиции просто учишь, другое дело, когда ты вышел на сцену, еще там нет такого опыта общения с публикой. И, да, поэтому они забывают про то, что, чему научили, и начинают теряться. Вот. Это все придет с опытом, со временем. Дело в том, что народное исполнительское искусство – это такая сложная, такой сложный конгломерат на сегодня, потому что многие даже руководители коллектив не до конца понимают, что такое фольклор. И очень бережно нужно относиться к этому материалу. Нужно и посвящать себя этнографическим экспедициям. И очень мало людей осталось, тех, кто является подлинными носителями вот этой культуры. Это очень важно. Может быть, народная песня, она не требует какой-то огранки. Может быть, наоборот, нужно сохранить вот эту подлинность. Манера, она в каждом регионе различна. И важно, видимо, каждому региону сохранять вот эту уникальность, особенку. Призер конкурса Полина Куцебина с календарной песней «А иду я дорогою». Это мой.